После очередного возвращения домой из города и осмотра автомобиля в гараже обнаружился вот такой косяк. Где-то я схватил охренительный камень. Да, попал, блин. Ну что, придется ремонтировать. После очередной походки на разбор мне сообщили, что оказывается есть еще одна фара. Поэтому я долго не раздумывал, взял про запас еще одну. Вот она, в принципе, как раз таки, ну вот на кадре. Поэтому то, что там вот разбил, это и сейчас, в принципе, остается только заменить и все. Главное, есть деталь. Кстати, заметил такую особенность. Здесь находится неродной герметик. Ну-ка, вот так вот, на свет. Пыль. В общем, вот он отклеивается, какой-то вот замученный. В общем, да. То есть это стекло на вот этой фаре когда-то меняли, потому что здесь идет как раз-таки цоколь для габаритов, а само стекло идет для дальнего света. Ну, вот эта вот форма. То есть он отличается. Вот такие вот, блин, приключения. Ну, ладно, разберемся. Вот, пластик потихонечку снимается. Разбирается, что, в принципе, ну, нормально. В общем, вот фары. Получается, у этой фары, которая была, не было которую клеммы для минуса, поэтому пришлось вот так вот перепаять. Здесь вот сделал вот так вот контакт. Фара как новая, остается только поставить и все. Ну вот, кажись, фурычит. Это ближний. Вот так дальний. Ну, все четко. В принципе, как работало, так и работает. Единственное, остается только настроить, ну и все. Ну и все дело. Главное, все работает, все на месте, стекло целое. Все. Этого достаточно. Ну, в общем, вот все собрал. В принципе, доволен. Выглядит, в принципе, аккуратненько. С одной стороны, было все просто, потому что и детали были, и поменять действительно легко, все доступно, все инструменты на месте. Но, блин, обидно. Что, блин, вернувшись из очередной поездки, где вот как раз-таки погонял нормально, и никаких особых происшествий не было, а по возвращении домой вот такая вот фигня. Ну, главное, что вот, действительно, фары есть. А то помню, как автомобиль вот достался мне с тремя фарами. Фару я искал в течение года, как оказывается, это редкий артефакт. Поэтому вот когда предоставилась возможность еще взять, вот, пожалуйста, запас. Ну, главное, вот, все. Все на месте, все нормально, все, я рад. Ништяк, ништяк, ништяк. Ну, в принципе, все в норме. Ладно, бывайте.